Мы в прошлый раз говорили о ценностях. Помните, да? Для чего нам нужно определиться с ценностями? Для того, чтобы определить направление, куда мы движемся. Потому что если у тебя нет ценностей, у тебя не будет движения. А если у тебя есть ценности, то твое сердце будет стремиться туда, где твои ценности. Христос говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, если ты определишь для себя правильные ценности, ты будешь идти в правильном направлении. Апостол Павел когда-то сказал послание к филиппийцам, в 3 главе, помните, он говорит, все, я все почитаю за сор, что раньше да, считал ценным, а теперь, говорит, для меня самое главное, это познавать его, Христа. Он говорит, ради него я всего отказался. Вот все, он говорит, все почитаю за сор ради познания Господа моего Иисуса Христа. Вот все, для него главная ценность это стал Христос. И поэтому вся его жизнь была вот таким устремлением именно к Богу, ко Христу, к его царству. И вся его жизнь, его служение и его плоды, они все было во славу Божью. Почему очень важно определиться с ценностями, и причем определиться конкретно, определиться стабильно, определиться как бы надолго, да, навсегда определиться. Потому что если у нас меняются ценности, сегодня одни, завтра другие, это как будто у тебя просто фокус соскальзывает, у тебя прицел как бы, прицел сбивается, ты не знаешь, куда двигаться. И если даже у тебя будет как бы много целей, вроде бы как бы в одном направлении и много, это будет что-то размытое такое, не совсем понятное. Вот кто в детстве увеличительным стеклом пользовался, чтобы зажечь что-то? Пользовались, да? Все, наверное. Все пользовались, да? Ну, кто-то муравьев поджигал, я не знаю. Я не издевался над муравьями. Ну, бумагу, листья мы жгли, да. А иногда гусениц, правда, да, было, шутали. И вот в чем там суть? Когда ты вот поймал солнечный луч, да, этой линзой, ее ты стараешься сфокусировать, чтобы получилась как можно мелкая точка, как можно мельче точка, да. Чем мельче точка, тем будет сильнее вот этот эффект лазера, да. Чем больше будет эффект, именно температура будет, самая высокая температура, когда точка минимальна. И наоборот, когда фокус рассеивается, чуть-чуть вроде бы греет, но не жжет. Да? И вот для нас очень важно определиться, чтобы у нас вот была вот эта точка. Да? Чтобы у нас был фокус именно настолько сконцентрированы в одну точку, чтобы максимально мы туда пробивались, максимально прожигали, да, все, что попадается на пути, чтобы мы прожигали. Вот когда апостол Павел ставит себе такую цель, да, чтобы познать Христа, помните, и силу воскресения его, да, то есть у него в фокусе Христос, у него в поле зрения Христос, все остальное его мало интересует. Да, уже когда ты движешься ко Христу, ты много чего и познаешь, много Он открывает, много Он показывает. Но именно важно нам определиться с ценностями, чтобы выбрать правильное направление. И вот когда для нас определяются эти ценности, Господь, Иисус Христос, то мы начинаем этого искать. Мы начинаем к этому двигаться, мы начинаем к этому стремиться. Павел говорит, я забывая заднее, устремляюсь вперед. Да? То есть он отворачивается от чего-то, забывает что-то и движется вперед. Именно то, что у него есть впереди ценности, оно помогает ему двигаться вперед. Как мы в прошлый раз читали, как раз когда Христос говорил о ценностях, он говорил, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И чуть дальше я сейчас прочитаю в этой же главе, в 6 главе Матфея, в Нагорной проповеди, я продолжу в 6 главу Матфея, только продолжу с 24 стиха. 24 даже мы читали, я продолжу немножко дальше.
Там же Христос говорит, не можете служить двум господам, или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот как раз вот ценности, да, когда ты определяешься ценностью, если Бог для тебя ценность, то мамона уже, материальный мир тебя особо не интересует. То есть он говорит, не можете служить и Богу, и мамоне. И потому он дальше он говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, во что, для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь хотя бы, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш знает, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Посмотрите, Христос, когда Он дает нам понять, да, что есть ценности земные, материальные, временные, это мамона Он называет, грубо говоря, да, и есть другой Господин, это Бог, Царство Божие. И вот то, что относится к мамоне, он дальше перечисляет. Не заботьтесь для души вашей, что есть, не для тела, что, во что одеться. То есть вот это, что есть, что пить, во что одеться, это материальные заботы, это то, что отвлекает нас. То есть если для человека ценности вот здесь, в этом материальном мире, он будет, соответственно, стремиться сюда. Посмотрите, сколько людей просто посвящают свою жизнь накоплению богатства. Достижению там успеха в бизнесе, да, успеха там, не знаю, ну, в финансах. И вроде бы хорошие люди, есть очень много хороших людей, но когда они неправильные цели ставят, то есть для них становится вот это временное, вот это материальное для них становится Богом. По сути, вот мамона в таких случаях становится идолом. А Христос говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Вот, часто мы читаем эти слова, слышим эти слова, но, может, не всегда мы понимаем, что Иисус имеет в виду. Он говорит, люди часто ищут, что пить, что есть, во что одеться. Что пить, что есть, это, ну, он говорит, для души. Для души вашей, что есть, что пить. Для души, то есть жизнь, надо же поддерживать. Да? Нам же надо жить. Люди говорят, ну что мне надо жить. Значит, мне надо есть, мне пить. Надо, да? Поэтому мне надо это искать. Искать, что есть, что пить. А Христос говорит, а душа разве не больше пищи? В каком смысле? Это не означает, что на тебе душу, ешь душу, да? То есть питайся душой. Нет, не об этом речь. Иногда думают, раз он говорит здесь о душе, значит, какая-то духовная пища, вот духовной пищей мы должны питаться и не искать материальное. Он говорит, душа, которую Бог вам дал, жизнь, которую Бог вам дал, она больше куска хлеба или тарелки борща. Однозначно. То есть она, душа больше пищи. Так если Бог вам дал большее, неужели Он не позаботится о том, чтобы эта душа продолжала жить? Если допустим, отец дарит сыну Мерседес, неужели у отца не найдется 20 евро заправить бензином? То есть, если Бог дал тебе душу, неужели Он не позаботится о том, чтобы ты был жив, чтобы ты питался нормально? Он говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Но Отец ваш Небесный питает их. Дорогие, многие верующие до сих пор этого не поняли. Многие верующие до сих пор этого не понимают, что Бог питает их. Они говорят, ну а как же, я же работаю.
Вот а если я не поработаю, если я не заработаю? Подожди, а кто тебе дал вообще здоровье? Кто дал тебе мозги? Кто дал тебе там возможность что-то делать? Кто вообще тебе даже работу дал? И Бог пропитает. Бог, вот, будьте уверены, что если Бог птиц небесных питает, Он говорит, коль вы гораздо лучше. Кто для Бога ценнее? Воробушек, ворона какая-нибудь? Или ты, дитя Божье? Отец Небесный питает их. Неужели вас не пропитает? Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? На самом деле, вот кто своей заботой, своей вот этой суетой, кто себе добавил вообще хоть немного, даже я не говорю сейчас о росте, вообще что-нибудь прибавляет твоя озабоченность, твоя нервозность, твоя вот эта суета, беготня, она тебе что-то прибавляет? Она у тебя наоборот забирает, здоровье забирает, энергию забирает. Ты теряешь, ты ничего не приобретаешь. И об одежде он говорит, что заботитесь, посмотрите на лилии. На самом деле, вон красота какая, вот сейчас весна, все расцветает. Посмотрите, кто эти лилии, эти ромашки, эти там одуванчики, они что там напрягаются, вот мне сейчас такой наряд, да? Да Бог их одевает круче, чем царя Соломона. И так он говорит, не заботьтесь и не говорите. Смотрите, не заботьтесь и не говорите. Когда мы заботимся о чем-то, у нас всегда есть свойственно нам говорить об этом. О чем, вот если вы разговариваете с людьми, о чем они обычно говорят? Они обычно говорят о том, о чем они заботятся. Что их заботит, что их волнует, да? И вот через какое-то время после общения с человеком ты начнешь понимать, что его заботит. Раз это его заботит, значит у него такие ценности. А раз у него такие ценности, это его сокровище. А раз это его сокровище, то туда стремится его сердце. Очень легко, по сути, очень легко узнать ценности человека. Просто поговорите 5 минут, 10 минут с человеком, вам станет понятно, какие у него ценности, куда стремится его сердце, где его сокровища. И он говорит, не заботьтесь, не говорите. Смотрите, заботиться это одно, но говорить это другое. Если уже вы не можете остановить в мозгах вот, да, вот эту озабоченность, вот попробуйте остановить это на языке. Потому что то, что мы говорим, оно очень сильно влияет на нас. И по сути, опять же, оно задает направление, куда мы движемся. Помните, Яков говорит, что язык очень маленький член, да? Но много делает. Да? Как руль говорит у корабля, руль небольшой, но куда хочет, куда руль направил, туда корабль едет. Вот эта многотонная махина, да? Небольшим рулем направляется куда-то. Если уже у тебя появилась какая-то забота в мозгах, в голове, придержи ее там, проанализируй перед Богом это излей и забудь, освободись от этого. Но не говори, потому что как, чем больше ты говоришь, ты, как Яков же сказал, да, что мы воспаляем круг жизни. Ты воспаляешь круг жизни, когда ты свои заботы, свои страхи выговариваешь, ты воспаляешь круг жизни, они начинают тебя каким-то образом направлять. Причем не туда, куда надо. Он говорит, не заботьтесь, не говорите, что есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Язычники. Язычники – это люди, которые не знают Бога. В другом Евангелии так и написано, что потому что всего этого ищут люди мира сего, не знающие Бога. Люди, не знающие Бога. То есть люди, есть люди, которые не знают Бога, как Отца своего. Они, может, и думают, что где-то есть Бог, да, где-то есть высший разум, там они придумывают, как это назвать, но они никакого отношения к этому Богу не имеют. Они не понимают, что этот Бог хочет быть их отцом. И как отец он хочет заботиться о них. То есть всего этого ищут язычники, не знающие Бога. И потому что отец ваш знает, что вы имеете нужду во всем этом. На самом деле, вот если я как отец знаю, что моим детям надо там на ужин, на завтрак, на обед что-то, да, они не бегают ко мне каждый раз. Папа, а у нас есть сегодня что-то покушать? А что мы будем на обед есть? А что мы будем на ужин есть?
Они знают, что есть, папа позаботился, в холодильнике обязательно что-то найдется. Голодными они не останутся. То есть это нормально, когда мы понимаем, что Отец наш знает, что мы имеем определенные нужды, и нужно быть уверенным, что Он эти нужды восполняет. Помните, Давид когда-то написал в Псалме? Он говорит, я прожил жизнь, достиг до старости, да, он говорит, и ни разу не видел праведника или потомков его, просящих хлеб. Да? Помните? То есть, неужели Бог не позаботится о тебе, если ты знаешь Бога как Отца? И ты знаешь, что Отец твой знает все твои нужды. И вот он в конце концов говорит, ищите же прежде Царство Божье и правды Его. И все, это все приложится вам. Вот смотрите, Христос сужает наш фокус, да? Он говорит, вот что искать. Вот что должно для вас стать ценностью. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. Ну, в других переводах, праведности Его. Когда мы ищем Царство Божие и праведности Божьей, вот это все, он говорит, что перед этим было сказано, о чем он говорит, это все приложится. Как раз поесть, попить, одеться, вот все эти все материальные вещи, да, которые нам нужны. Никто не говорит, что они нам не нужны. Смотрите, и Бог не говорит. Бог не говорит, так, тебе надо, не надо 40 дней есть. Все, все тебе, у тебя там уже лишние килограммы там есть, отдохни от еды, тебе не надо есть. Да? Или тебе не надо одежда. Тебе. Он нигде не говорит, что нам нет нужды в материальных каких-то вещах. Но он говорит, не это должно вашим быть сокровищем. Не это должно быть вашим ориентиром. Ищите прежде Царство Божие. И тогда вот это все, оно как приложение идет к Царству. Есть приложение, понимаете? Есть какой-то основной пакет, да? Есть основная какая-то часть, а к нему еще и приложение. Вот к Царству Божьему, когда ты ищешь Царство Божие, вот это все прилагается. Не думай, некоторые, вот так, что теперь мне, типа, вот только молиться, читать Библию и ходить нищим, да, там, оборванным, голодным. Да ты не будешь никогда голодным, если ты поверишь словам Христа, что если ищешь Царство Божие, все остальное приложится. Ты не будешь оборванным, ты не будешь голодным. Аминь. Дорогие, вот Царство Божие, очень важно понимать, что это такое. То есть, и очень важно понимать его ценность. Вот иногда мы как бы пространно, опять же так, говорим, Царство Божье, это что-то хорошее, это что-то классное. Но что конкретное? Что конкретное? Что нас должно туда влечь? Вот если сокровище наше, это Царство Божье, если сокровище наше там, в Боге, что нас там привлекает? Ну, в первую очередь, это личность самого Бога, личность Христа. Апостол Павел так и сказал, говорит, все, для меня другого ничего не существует. Я все почитаю за ссор ради познания Господа моего Иисуса Христа. То есть он определенно, он говорит, вот эта личность, она для меня это самое ценное, что вообще есть. И вот я свою жизнь, он говорит, я свою жизнь ложу, как бы, да, отдаю, посвящаю для того, чтобы эту личность познать. Все остальное для меня сором, говорит. Все остальное для меня мусор. Когда говорим мы Царство Божье, можно еще вот что сюда дорисовать. Откройте Римлянам 14 главу. Послание к Римлянам 14 глава. 17 стих. Апостол Павел говорит... Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Опять он говорит, Царство Божье это не пища и питье. Христос говорит, не ищите, что есть, что пить. Да? Павел то же самое говорит, Царство Божье это не пища и питье. Не связывайте Царство Божье с какими-то земными вещами, какими-то материальными вещами. Это все приложится, об этом вот просто даже... Научиться об этом даже не заботиться. Вот это очень важно. Это может не всегда легко, но очень важно научиться
не заботиться, чтобы мозги не перескакивали у тебя с Царства Божьего на земное, знаете, чтобы вот этот фокус не рассеивался. Павел говорит, Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Посмотрите, праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот давайте по очереди. Праведность. Опять, сейчас мы все увидим, что все можно связать со Христом. Кто наша праведность? Христос. Христос наша праведность. Он подарил нам свою праведность. Христос на кресте за меня висел, за меня за грешника, чтобы я обрел его праведность. Вторая глава, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей». То есть мы в нем становимся праведностью Божьей, мы в нем обретаем праведность. Он и есть наша праведность. Он подарил нам свою праведность. Дорогие, очень важно понимать, что эта праведность, это Божий дар, который нас ставит на определенную позицию. Праведность – это состояние или это позиция, да? Праведность – это состояние, правильное состояние перед Богом или правильная позиция перед Богом. Праведник – это тот, у кого с Богом нет никаких проблем, нет никаких конфликтов, нет никакой вражды, нет никаких долгов. Понимаете, вот даже по-человечески, если я вам что-то должен, получается, я перед вами неправильный, пока я вам не отдам долг. Положение человека перед Богом праведно тогда, когда у него нет долгов. И опять, кто нам обеспечил свободу от долгов? Кто оплатил все наши долги? Христос. Благодаря жертве Христа у меня нет долгов перед Богом. Единственный долг – это любить теперь. Он говорит, я не хочу, чтобы вы оставались должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Любовь, ну она будет по-любому из меня исходить, если я принимаю Божью любовь. Если я Божью любовь принимаю, если я принимаю Божью жертву, по-любому она будет исходить из меня, эта любовь. Итак, смотрите, праведность – это наша правильная позиция, правильное состояние перед Богом. Иногда в викиосине, то, что по-гречески называется праведность, да, иногда можно перевести как справедливость. Справедливость. Справедливость, то есть это тоже, когда мы ищем Божьей справедливости, это правильно. То есть мы ищем Царство Божие, то есть ищем праведности, ищем справедливости. Справедливости Божьей. Смотрите, справедливость Божья для меня уже совершилась, когда Христос взял мои грехи и дал мне свою праведность. Справедливость Божья или праведность Божья совершается для любого грешника тогда, когда грешник принимает жертву Христа и принимает праведность Христа, то есть благодаря жертве. То есть справедливость в чем? Если так по-человечески рассуждать, справедливость, вот если человек грешный, да, по справедливости его нужно наказать. По справедливости грех должен быть наказан. Аминь? Это справедливость. Но смотрите, Бог в своей справедливости решил послать своего Сына, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, чтобы взял твои грехи и по справедливости за них пострадал. Он говорит, вот я Божью справедливость хочу удовлетворить. Я удовлетворяю Божью справедливость тем, что я твои долги плачу, я за твои грехи умираю. Поэтому тебе уже платить второй раз не надо. Если кто-то мои долги уже отдал Олегу, да? Что я должен ему второй раз говорить? Сильно жирно будет. Все, если один раз кто-то за меня долг заплатил, да, я, допустим, был должен тебе там какую-то сумму, но вот нашелся человек, дал тебе, все, говорит, все, Леонид с тобой рассчитался. Я за Леонида рассчитался. Все, ты уже не имеешь права ко мне подходить и вымогать. Все, с тобой рассчитались. Не я рассчитался, но рассчитались. Точно так Христос за нас рассчитался. Христос за нас заплатил. Это, вот эту справедливость теперь надо провозглашать всем. За каждый грех Христос умирал. За каждого грешника Христос умирал.
И следующее он говорит, мир, да, шалом. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Первая праведность, мы рассмотрели, что это такое. Второе, мир. Мир по-еврейски шалом, да, по-гречески ирини, по-еврейски шалом. И вот когда Павел говорит, что мир, опять, кто наш мир? Христос. Послание к Ефесянам написано, ибо Он есть мир наш. Христос есть мир наш, примиривший нас с Богом. Разрушивший, стоявший посреди преграды. Да? Он есть мир наш. И вот еврейское слово шалом, да, оно еще включает в себя не только вот правильные отношения. Да? Мир, да, когда мы в мире с кем-то, у нас правильные отношения. Если мы в мире с Богом, это означает, у нас правильные отношения с Богом. Но кроме того, что это просто правильные отношения, это еще и преуспевание, благословение, успех, здоровье, благополучие. То есть это все вместе, совокупное такое благо. Шалом по-еврейски, да? Это совокупно, вот совокупность многих благ. Это если тебе желают шалом, если Бог тебе говорит шалом, это значит и для духа, и для души, и для тела, и для семьи, и для финансов, и для работы, и для служения. Во всех сферах жизни шалом это значит успех, достаток, благополучие. То есть вот, смотрите, Бог есть мир наш, Христос есть мир наш. Он дарует нам мир. И этот мир, опять же, он не результат наших усилий, дорогие. Это не результат наших там каких-то достижений. Послание к Филиппийцам в 4 главе Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Опять, не заботьтесь. Да, Христос говорит, не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеться. Не заботьтесь. Смотрите, озабоченность – это свойство ума. Это свойство ума. Когда ты чем-то озабочен, у тебя очень много энергии уходит на это. Ты даже не подозреваешь, как много энергии у тебя уходит на то, чтобы ты там вот, что есть, что пить, во что одеться, где заработать, где взять денег, там, где еще. На это очень много уходит энергии. Павел говорит, не тратьте на это энергию. Не тратьте на это энергию, не заботьтесь ни о чем, но всегда, всегда, когда есть проблемы, когда есть нужда, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте Богу свои желания. Смотрите, он не говорит, откажитесь от своих желаний или забудьте про свои нужды. Он не говорит. Точно так, как и Христос, он не говорит, что это вам не нужно, ни есть, ни пить, ни одеваться. Он не сказал нигде. И Павел не говорит, забудьте о своих нуждах или о своих желаниях. Он говорит, просто не заботьтесь об этом, отдайте это Богу, принесите это Богу, откройте это Богу, откройте ваши желания перед Богом. И еще с каким сердцем? С благодарением. С благодарением, дорогие. С благодарением. Я сейчас вот делился с некоторыми украинцами на программе. Там, да. Вот просто, я говорю, вот некоторые говорят, прошу, там что-то не получаю, вот уже сколько там много раз молился об этом, да, и что-то не вижу, что Бог ответил. А я говорю, начни благодарить, не выпрашивать, не надо за Богом, не надо выпрашивать, бегать и выпрашивать, Господи, дай мне то, ой, Господи, дай мне то. И повторяешь одну и ту же молитву, одну и ту же просьбу миллион раз. Если это Бог знает, что оно тебе нужно, оно тебе будет, просто начни его благодарить. Начни как раз благодарить Отца за то, что Он знает, в чем ты имеешь нужду. Не прихоти твои знает, а в нужду, в чем ты имеешь. Начни благодарить за то, что Бог знает твою нужду, и у Него есть ответ на твою нужду. И начни Его благодарить за то, что уже ответ в пути, за то, что уже Он высвободит этот ответ. Христос, когда говорит... И когда вы молитесь о чем-то, он говорит, верьте, что получили. Кстати, это Марка в 11 главе. Там урок, когда он после смоковницы, помните, когда сказал смоковницу, смоковница засохла. И он потом преподает урок своим ученикам. И он дальше говорит, что если чего попросите в молитве,
верьте, что получили. Там в русском переводе написано, верьте, что получите, как бы в будущем. А в оригинале звучит так. Когда вы попросили что-то в молитве, верьте, что получили, и будет вам. Смотрите, верьте, что уже получили. Верьте, что уже ответ ваш. Что нужда уже восполнена, уже у Бога ответ готов. Просто начинайте его благодарить. Вот, кстати, благодарение – это уже как раз показатель того, что ты веришь, что ты получил что-то. Потому что, ну, благодаришь, когда уже что-то имеешь, да? Христос говорит, кто не имеет, тот потеряет и то, что имеет. А кто имеет, тому дано будет, да? Вот уже считай, что ты имеешь, и оно будет дано. И дальше смотрите, когда он говорит, открывайте свои желания перед Богом, и в 7 стихе, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот этот мир, о котором мы говорим, шалом, мир Божий, он превыше всякого ума. То есть мы его не можем понять. Мы не можем понять, а как он приходит. Да просто он приходит от того, что ты просто уверен, что папа о тебе заботится. Ты просто уверен, что папа никуда не денется, он сделает все, чтобы тебя благословить. Он сделает все для того, чтобы удовлетворить твою нужду. Чтобы ты был счастлив, чтобы ты был доволен, чтобы ты был благодарен. Смотрите, в другом месте апостол Павел, 8 глава, 32 стих. Если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог отдал своего сына, как с ним он тебе кусок хлеба не даст? Или стакан воды не даст? Или одежду какую-то не даст? Поэтому он говорит, и не заботьтесь ни о чем. Вот смотрите, и Павел тут ставит, с одной стороны, заботы, и наш фокус туда, энергия направлена туда, с другой стороны, Царство Божие. Не ищите, не заботьтесь вот об этом, но ищите Царство Божие. И это все приложится. Оно входит туда. Оно тоже является частью Царства Божьего. Оно второстепенное, но оно туда входит. И последнее, помните, что мы прочитали, это Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе. Смотрите, и праведность во Святом Духе, и мир во Святом Духе, и радость во Святом Духе. Смотрите, радость – это тоже один из плодов Духа Святого. Помните, в послании к Галатам, плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть радость – это результат, опять же, не наших каких-то усилий. Это результат не обстоятельств. Сегодня погода хорошая, у меня радость. А если завтра дождь, что, радости не будет? А, кстати, многие люди очень зависят от погоды. Проснулись, что-то... Тучки, ой, настроения никакого, все, в церковь не пойду, ой, еще и покапало что-то там. Нет. Тем более, да, ну то есть очень-очень зависимы от внешних обстоятельств, от погоды, от наличия там на банковской карте у тебя денег, да, от наличия пенсии или зарплаты, от наличия, не знаю, 10-й пары обуви. Да, мне не в чем идти сегодня. Вот эти я уже носил, вот 7 дней носил, 8 пары не хватает в воскресенье. Ну, смотрите, радость во Святом Духе – это та радость, которая не зависит от этих внешних обстоятельств. Ты веришь, что ты можешь быть радостным, ты можешь быть счастливым, даже не имея ничего? Трудно поверить, да? Но Павел говорит, что это радость во Святом Духе. Христос, когда говорит в Евангелии от Иоанна 15:11, я прочитаю сейчас один стих, он там говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Вот интересно, как здесь Христос говорит.
Он перед этим говорит: «Я лоза, вы ветви, прибудьте во мне, я в вас, да, прибудьте в моем слове, прибудьте в моей любви». То есть вот он говорит, вот, вот источник радости. Источник радости будет тогда у вас, когда вы будете соединены со мной, как веточка с лозой. Когда вы будете пребывать во мне, когда вы будете пребывать в моем слове, в моей любви, эта радость будет как следствие, просто как автомат, как результат, автоматически. Понимаете? Просто от близких отношений со Христом у тебя будет радость. Он говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Христос говорит: «Моя радость в вас пребудет». И дальше говорит: «И радость ваша будет совершенна». Интересно. «Моя радость будет совершенна», ну, по-гречески там еще «плирис» – это полная, да? Полноценная, полная. «Моя радость будет полной тогда, когда я принимаю его радость». Смотрите, моя человеческая радость никогда не будет полной, пока мне зарплату не повысят, пока мне пенсию не начислят, пока у меня не появится 8-я пара обуви, да, там, или 10-й там костюм, или еще что-то, да, когда в банке у меня будет еще там пару миллионов. То есть, когда, понимаете, уже вот эти вот внешние обстоятельства, они не определяют мою радость. Моя радость будет полной тогда, когда я приму его радость. Когда я принимаю его радость, он говорит: «Мою радость, я вам даю мою радость. Я вам даю мою радость». И тогда, он говорит, «Моя радость в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Прими радость Христа. Прими радость Христа. Вот это и есть радость. Радость в Духе Святом, да? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Смотрите, радость во Святом Духе – это и есть радость Христа, которая в нас передается. Вот Святой Дух – это тот, кто нас соединяет, да, со Христом. Тот, кто… Вот это соки, вот эти… Христос – лоза, а Дух Святой – это как сок лозы. Он в нас втекает, и Он эту радость нам передает. Слава Богу. Дорогие, поэтому вот, смотрите, Царство Божье, по сути, можно так сказать. Вот на основании вот этого стиха, Римлянам 14:17, на основании этого одного стиха можно так сказать, что Царство Божье – это просто жизнь во Святом Духе. Царство Божье – все находится во Святом Духе. Вы не поняли? Для того, чтобы переживать Царство Божье, вы должны переживать Святой Дух. Для того, чтобы переживать Царство Божье, радость, мир, праведность, мир и радость, нам нужно научиться переживать Дух Святой. Потому что Дух Святой нам дарован навсегда, навсегда, никогда не отнимется, никогда не отнимется. Нам дарован Дух Святой, это дар Святого Духа. Опять же, это не награда за какие-то наши подвиги, за веру даже, да, или за какие-то там труды, за какое-то служение. Дар Святого Духа – это дар. Поэтому он называется дар, потому что это подарок. Даром. Опять же, благодаря жертве Христа. Не благодаря твоим заслугам. Так вот, когда ты принимаешь Духа Святого как дар, и он в тебе находится, и он в тебе постоянно пребывает, это означает, что ты постоянно можешь переживать Дух Святой. И ты можешь постоянно переживать Царство Божие. Ты можешь постоянно переживать праведность, мир и радость. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Господу за это. Знаете, просто хочу напомнить, что Бог через Иисуса Христа приглашает всех нас войти в это царство, наслаждаться этим царством, наслаждаться вот этим общением с Духом Святым, наслаждаться вот этой праведностью, миром и радостью. И когда мы сами переживаем Духа Святого, когда мы сами переживаем вот эти вот качества, праведность, мир и радость, нам хочется бежать и всем рассказать. Ребята, что вы в этой тьме делаете? Что вы в этих грехах там нашли? Чем вы наслаждаетесь? Это все равно, что в навозной куче ковыряться, там сидеть, да? Что вы там делаете? Идите сюда, есть царство.
где есть по-настоящему и праведность, и мир, и радость, вот там настоящее счастье, вот там настоящая радость. Дорогие, наслаждайтесь сами Духом Святым, общением с Ним. Наслаждайтесь вот этими благословениями Царства Божьего, да, праведностью, миром, радостью. И не забывайте делиться с другими. Приглашайте всех. Бог ждет всех. Бог приглашает всех. Приходите. Все сделано. Со стороны Бога все сделано. Все совершено. Чтобы любой мог войти в Царство Божие и наслаждаться праведностью, миром и радостью. Аминь. Слава Иисусу.